эмоций. И самое главное, что наша хозяйка Юлия еще не знает, что за ее операцию оплатили вы, некоторые из вас. А ну посмотрим. Ничего себе! Вот так. Ничего себе! Вот такие вот отношения, вот такой вот, вот такая вот история сегодня для вас. История добрых дел набирает популярность. Наша сегодняшняя героиня говорит, а я тоже собрала немножко денежек. Вот с учетом, вот видите, вот показать для морги. Баночка открыта. А вот баночка открыта. Кто знает, что такое баночка, поймет. И вот эту баночку нам перечислят, а мы эту баночку направим следующим людям. Поэтому вот такой вот круговорот помощи работает. И это что-то новое в этой жизни. Жизни, которая у всех теперь по-другому и у всех по-новому. Поэтому идем вперед и продолжаем нашу историю. Спасибо всем. Спасибо всем. День наступил, и новая история. К нам приехала наша давняя, постоянная, знакомая Наталья. Я ее назову зоозащитницей. Буквально 30 минут назад на этом столе, кто наблюдал или кто будет наблюдать, была Юлия, которая оставила денежку для кого-то из таких. И вот сегодня эта денежка идет Натальиной кошке. Но эта кошка не совсем Наталья. Наталья тоже не могла поступить иначе. Она проходила мимо вчера и нашла такого красавчика, как и многих других, которые я знаю. Поэтому сегодня услуги бесплатно, благодаря нашей рубрике «Помоги другу». Или же рубрика «Добрых дел». Поэтому, кто хочет присоединиться, пожалуйста, присоединяйтесь, и мы поможем. Вы даете нам какой-то предмет, или же какую-то игрушку, или какое-то лекарство, которое у вас есть, а мы даем по назначению. Либо вы оставляете какую-то копеечку, а эту копеечку мы передаем далее. Вот такая история сегодня. Благодарю. Спасибо большое. Всем спасибо и продолжаем нашу рубрику далее. Мы продолжаем нашу историю. У Натальи родились 4 маленьких котенка. А у нас есть стоечка, на которой есть еще 9 таких наборов. 9 наборов, которые фирма Hills передает кому? Наталье. 1. Передаем дальше. 2. Спасибо. Там корм, игрушечка. 3. И 4. Боже мой, какая прелесть. А вот какие вот истории бывают в нашем деле. Поэтому присоединяйтесь, подарим либо корм, либо доброе слово. Всем хорошего дня и будьте здоровы. Спасибо. Спасибо.